уже ожила, вроде как. Ну, вчера было весело. Я решила не удалять сторис, из чего я должна удалять вообще что-то. То, что кому-то может не понравиться. Не понравилось? Пишите на здоровье. Короче, я возмущена только одним, что вот такая вот игрушка в аэропорту стоит 10 косарей. 10 тысяч рублей. Лего. Как? Либо мы так мало получаем, но так мало зарабатываем, либо это дорого, и понять не могу. Самый прикол в том, что на борт Победы мог не пустить с этим багажом. Я тут купил в аэропорту, могу сказать... Ожидающий, не опаздывающий, просто как проверить. В общем, фишка в том, что могут не пустить на борт Победы еще с тем, что ты купил в аэропорту. Просто сейчас будет экшен. Ну, что бы вам жалко? Нет, меня же не пустят реально. Я за 10 косарей купил детям подарок. Попробуй меня не пустить. Вдруг сделают так. Не могут. Тогда я бы просто жаловаться. Я оставлю это. Ну, что делать? Взлету готовы. Между прочим, меня упустили, даже слово не сказали, потому что, видимо, ну, как мне сразу сказать, с этим пакетом можно. Но до этого у меня были такие проблемы. Наконец-таки Победу начали по-человечески относиться к людям, которые в аэропорту покупают вообще-то. Все, погнали. Погнали. Ура! Аж солнышко засветило. На месте. Как всегда, встречает наш любимый трансферчик. Посмотрите, как здесь уютно, как здесь классно. Даже можно книжку почитать, можно телек посмотреть. Я просто знаю, что ездил. И еще здесь есть Wi-Fi. Самое главное, водичка уже. Заботливая. В общем, самый лучший сервис. И какая здесь погодка, кайфовая. Кайф. Благодаря тому, что здесь есть Wi-Fi, я сразу на связи. Все, долетела. Так меня укачивало, конечно, как никогда. В самолете мне было прям... прям укачало, Дарья Витальевна. В общем-то, я уже еду к деткам. И к Мунечке, к моему сладенькому. Такая теплая погодка здесь, как всегда, собственно говоря. Сразу настроение такое. Прикольное, классное. Вот. Еще раз оставляю вам контакт, вот эти сразу пароль Wi-Fi, оставляю вам контакты, ссылочки этого трансфера, потому что реально очень удобно, встречают с табличкой. Если с детьми приедете, еще телек вот этот вот выдвигается, штуковина, там телек. Горячо. Ура! Ура! Вот это там динозавр собирать будете вдвоем? Не дам, мое! Какая же красота! Как я скучала по морю, по горам, по этим облакам. Стойте, смотрите, вот это да! Ого! Страшная какая точка. В общем, целый день занимаюсь уборкой. Сейчас покажу вам, во что я превратила нашу комнату. Это пипец. В общем, я решила прибраться. Ну, вы поняли, да? Это просто... Вообще, надо быстрее. Всем еще раз добренькая утрица. Сейчас мы отправимся на турецкий завтрак, конечно же. Так тепло, хорошо, солнышко. Ну что, поехали, птенчики.
я люблю солнышко. Все-таки солнечная погодка, все для меня. Просто все. Любимая рубрика «Турецкий завтрак» пожаловала в чат. Любимая рубрика «Поесть». Да, мне пишут даже почаще, я снимаю «Турецкий завтрак». Вот, те, кто просил, special for you, специально для вас. Английский не мой конёк, но тем не менее, сейчас будем вам показывать. О, это Турция, детка. Что ты меня пугаешь, ну? Я еще не сняла сторис. Ну давайте подождем еще 15 минут. Тренируйся на волю. Дрессированный мужик. Да. Нельзя. Щепоты не видели. Цветочки. Весна в Алании. Просто прекрасно. Друзья, на нашу рабочую страничку Пинзерсия Хаус я поснимала для вас сторис, небольшая фотоэкскурсия, и в течение дня она будет пополняться. Поэтому не забывайте, переходите на Пинзерсия Хаус. Мы стараемся для вас там делать максимально все интересно и подробно. Что? Блин. Короче, я похудела на 4 килограмма и вот отмечают это безалкогольным мохито. Ура! Так, у них миленько на лодочках. На лодочках, посмотрите, вот там, видимо, хозяин, я не знаю, рыбаки, может быть, там чая налили, сидят, едят, и вот тоже вообще классно. Вот, кафе-мафе. Брондачочек. Какой красивый. Опять это солнце светит. Доброе утро, мои любимые. Всем хорошего настроения. И так как мне не спится, сейчас буду проводить эксперимент. Присоединяйтесь. Я немного схуднула, я решила рискнуть. Вот у меня есть вот такие вот шорты. Они еще с неизвестно каких незапамятных времен. Я их специально не выкидываю. Ну, во-первых, они прикольные, а во-вторых, вот это самые мои худые шорты. То есть в них я влезаю, вообще не знаю, когда уже в последний раз влезала, и не знаю, влезу ли. И вот эти шорты, они вторые по толстоте, то есть по худобе наоборот. И сейчас я буду пробовать в них влезть. В эти, конечно, сильно сомневаюсь. В эти у меня появилась надежда, ибо минус 4 кг. Что? Влезла. От массажа даже синяки у меня еще остались. Не обращайте внимания, но тем не менее, я в шоке. Блин, если я в эти влезу, то вообще, я сейчас максимально буду. Это не может быть. Короче, не знаю, как вам это показать, я в них влезла. Ну, блин, это, знаете, история про верблюжью лапку. Я в них влезла. Конечно, они мне дико малы. Нет, их пока не надо демонстрировать. Еле сняла, Серега спит. Никто не хотел мне помогать их снимать. В общем, ненавижу. Уходите. Слезы радости. На самом деле, я рада, что я влезла хотя бы в синие шорты, потому что до этого не могла в них влезть вообще. Ну, прям вообще. Но это даже не самое. То есть, для чего я это делаю? Для чего я сейчас решила немножко похудеть?
смогу ли я, вот реально проверить, смогу ли я похудеть, если я захочу. А потом я опять буду наедать. Потому что мне нравится быть сочненькой. Вот клянусь, мне прям нравится быть сочненькой, потому что всю свою жизнь я весила примерно 48, максимум, там, я не знаю, 50 килограмм, это и то. После родов, потом сразу же опять 48, 47, 45. То есть я была всегда дрыщом. В школе меня из-за этого дразнили. И мне всегда хотелось, чтобы вот я была такая фигуристая, скажем так. Я, в принципе, себя сейчас устраиваю, как я выгляжу. Но я решила проверить, смогу ли я похудеть. Вот просто чисто для себя эксперимент. Посмотрим. Ну, естественно, я же козерог, я смогу все, что я хочу. Кстати, обратите внимание, орхидейка вновь начинает пускать бутончики. Ура! Ура!